әлемнің көптеген елдерінде тұрақты аумақты дамыту қамтамасыз ету және халықтың өмір сапасын жақсарту үшін стратегиялық қала құрылысы құжаттары әзірленуде. Мемлекет басшысының 2030 стратегиясы Қазақстан халқына жолдауына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасы әзірленді. Оның қорытындылары сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Бас схема қолданыстағы заңнамаға сәйкес республиканы аумақтық дамыту стратегиясын анықтайтын негізгі қала құрылысы құжаты. Әзірлену процесінде ол қала құрылысы жобасы шеңберінен асып, елді дамытудың экономикалық және аумақтық жоспарлауын қамтыды. Бас схема ресурстық әлеуеті, салық және өнерлік даму бағдарламаларын және оларды озара байланысы мен нығаюына талдаудың негізінде болжамды схема тұжырымдаманың аумақтық кескінін нақты ұтымды жобалық шешімдердің түрінде қамтамасыз етуге міндеттелген. Бас схеманы әзірлеуде Қазақстанның жақын және алыс шетелдердің қала құрылысы, экономикалық және IT бейінде жетекші ғылыми зерттеу және жобалық институттары жүргізді. Алғашқы 2 жыл ел аумағын қазіргі жай күйін талдау және бағалауға арналды. Жобаның тұжырымдамалық нормативтік және құқықтық негізі әзірленді және бекітілді. 2012-2013 жылдары аумақты индустрияды жақсартудың жобалық ұсыныстарының нұсқаулары әзірленді. Ауқымды геодекорды талдау және болжау құралын қамтитын бас схеманың талдау жүйесі әзірленді. Электрондық үкімет шлюзі арқылы мемлекеттік органдардан автоматтандырылған режимде деректерді алу қағидасы мен әдістемесі пысықталды. Бас схема мен он негізгі ережелерін жобасы кешенді қала құрылысы сараптамасымен он қорытындысын алды. Өңірлерде талқыланды, мемлекеттік органдармен және аккредиттелген бірлестіктермен келісілді. Разрешите доложить основные концептуальные предложения генеральной схемы до 2030 года. В соответствии с тенденциями социально-экономического развития изучены базовые характеристики моделей развития стран и регионов. Определены уровни эволюционно-стадийного развития регионов и возможности их перехода на более высокий уровень индустриального развития. Изучены возможности выхода на новые стадии индустриального развития, по которым к 2030 году не должно остаться регионов на низкой индустриальной стадии развития. О степени устойчивого развития страны принято судить по индексу развития человеческого потенциала, который характеризует уровень жизни, образованности и долголетия населения. Условием устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу служит снижение разрыва показателей данного индекса между регионами. Анализ динамики прироста индекса и развития человеческого потенциала выявил дисбаланс в развитии территорий, позволил определить направление и наметить меры по социально-экономическому развитию регионов. Для уточнения направлений и выявления потенциальных возможностей индустриального развития регионов проанализированы материалы государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития страны, изучены ресурсные возможности регионов и отраслей экономики по запасам минерально-сырьевых, энергетических и водных ресурсов, современному состоянию трудовых ресурсов и материально-технической базы. На основе данного подхода определены основные точки и зоны прорывного развития с учетом ресурсной сырьевой базы и потенциала человеческого капитала регионов, научно-исследовательских и образовательных учреждений соответствующего профиля. Отдельно рассмотрены проблемы и потенциальные возможности развития аграрного сектора. Определены концептуальные направления развития сельхозпроизводства по пути интеграции крестьянских хозяйств в крупное объединение, способные превратить отрасль в конкурентоспособный, динамично развивающий агропромышленный комплекс и перспективную градообразующую базу сельских поселений. В генеральной схеме определены направления развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок проектирования по обеспечению энергией, водой, газом и другими телекоммуникациями. Предложены концептуальные решения по развитию транспортной сети и использованию конкурентных транзитных преимуществ географического положения республики в центре Евразии, что создаст условия для мультипликативного эффекта социального и экономического развития Казахстана. Предложены концептуальные решения развития курортных и туристических центров путем создания комплексных курортно-рекреационных регионов, включающих разнообразные туристские продукты. Особое внимание уделено экологическим проблемам. Для их решения разработан природно-экологический каркас территории республики. Разработаны системные подходы и меры по улучшению экологического состояния, в том числе связанные с предотвращением ЧС природного и техногенного характера. Исследования демографической ситуации выявили нежелательные процессы, связанные с возникновением острых проблем в расселении. С одной стороны, наблюдается массовый миграционный поток сельского населения в города, чреватый подрывом трудовых ресурсов. С другой, ложная урбанизация, характерная бурным ростом численности населения крупных городов, стихийным разрастанием населенных пунктов вокруг этих городов.
генеральной схеме прогноз изменения численности населения выполнен с учетом подтвержденных генеральных планов города Астаны и Алматы, показателей КФИР и программ территориального развития регионов и согласован с местными исполнительными органами. Сформированы новые стратегические подходы в решении проблем расселения. В частности, для предотвращения стихийного бессистемного разрастания агломераций крупных и больших городов и их пригородных территорий предлагается вокруг крупных и больших городов в радиусе маятниковой трудовой миграции установить зоны особого градостроительного регулирования. Вокруг крупных городов на расстоянии, превышающем радиус маятниковой трудовой миграции, формировать города-контрмагниты, оттягивающие миграционные потоки от центров агломерации. Намечены пути возрождения села на качественно новой основе, соответствующие реалиям и требованиям рыночного общества с учетом зон сельскохозяйственной специализации. Разработаны перспективные модели расселения сельского населения на основе кооперации и объединения крестьянских хозяйств и формирования опорных населенных пунктов с развитой градообразующей базой, а также вахтовых центров обслуживания и освоения пашенных массивов и животноводств для зон пастбищно-отгонного животноводства и интенсивного земледелия. Уважаемые участники совещания, таковы в целом основные методологические подходы и принципы предложения генеральной схемы. Генеральная схема обеспечит взаимосвязь между экономическим и территориальным планированием, станет ориентиром для инвесторов и основным инструментарием для принятия оптимальных решений в целях реализации задач, поставленных на главу государства. Благодарю за внимание.